Становиться актером? Не обязательно. Что такое театральная педагогика и зачем она нужна в школе? В год педагога и наставника смотрите на телеканале «Самара ГИС» новый эксклюзивный проект «Призвание педагог». В этом выпуске 25 октября в 18:45 расскажем о Валерии Худящеве, режиссере театрального отделения детской школы искусств номер 3 «Младость» городского округа Самара.